Смоленске создается совет по делам семьи. При храме Архангела Михаила вскоре будет действовать дом для мамы. В 9 консультациях города установлены мониторы, на которых транслируются фильмы о радости материнства. Об этой важной работе на открытии выставки «Человеческий потенциал России» рассказал правящий архиерей Смоленской епархии владыка Пантелеймон. Экспозиция направлена на поддержку традиционных семейных ценностей, профилактику абортов, алкогольной и наркозависимости в молодежной среде. Рассказывают наши коллеги из епархиальной телестудии «Святой Меркурий». В епархиальном управлении города Смоленска состоялась встреча епископа Смоленского и Вяземского Пантелеймона с руководителями средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений города. Встреча была посвящена открытию выставки «Человеческий потенциал России». Экспозиция направлена на поддержку традиционных семейных ценностей, профилактику абортов, алкогольной и наркозависимости в молодежной среде. Выставочно-лекционный комплекс разработан Христианским православным центром детства и родовспоможения во имя преподобного Серафима Саровского и Международным фестивалем социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь» совместно с Иоанно-Предтеченским братством Трезвения при поддержке отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Проект осуществляется в форме проведения передвижных выставок на мобильных баннерных стендах с экскурсионным сопровождением, лекциями в формате мультимедийной презентации. Проект рассчитан на старшеклассников и студентов. В дальнейшем выставка будет представлена в учебных заведениях города. Представляя выставку, архиерей поделился размышлениями о важности сохранения и поддержки семейных ценностей, о необходимости воспитания у детей старшего школьного возраста правильных понятий о семье и рождении ребенка, о причинах абортов и способах их предотвращения, о помощи беременным женщинам. Собравшимся был представлен видеоролик о жизни ребенка до рождения. Архипастырь рассказал о том, какая работа ведется в Смоленске. Создается совет по делам семьи. При храме Архангела Михаила будет действовать дом для мамы. В 9 консультациях установлены мониторы, на которых транслируются фильмы о радости материнства. Демографический кризис становится такой национальной катастрофой. Уменьшается количество коренного населения России. Аборт – это не только смерть младенца, но это и трагедия для матери. И вот для того, чтобы поддержать в наших детях отношение к жизни, которое естественно заложено в человека, к жизни как к величайшему дару и к рождению ребенка как к величайшему чуду. И вот для того, чтобы дети изначально как-то это хорошо понимали, конечно, нам с вами нужно работать с ним, нужно им это объяснять. Подобная выставка, она поможет создать в сознании наших детей правильный образ. Хотелось бы, чтобы наши дети вот из детства уже получили эти правильные понятия о том, как протекает беременность, что такое аборт, что такое любовь настоящая, почему добрачные связи они являются опасными для человека. И говорится это здесь не священниками даже, не какими-то, не с точки зрения церкви, а с точки зрения общечеловеческой морали. И наша с вами задача все-таки помочь будущим нашим гражданам, помочь будущему России. За чаепитием продолжилось обсуждение вопросов социального служения, воспитания детей и форм привлечения их к социальной деятельности. Были затронуты темы помощи детям-сиротам и инвалидам.